Это называется вторжение. Твой день надоёт, не твой день. Спасибо за помощь, но нет. Она это, знаешь, это как ограбление банка, когда тебе в итоге тот грабитель второй пытается подставить. Типа она так же. Капец, мясницкий нож дали? Он так называется, мясницкий нож. А, да, мне его тоже зажевали. И... Нихер ли мне теперь делать это лава? Чё мне... Слушай, тут... Чё тут делать-то? По лаве же я ходить не смогу. Окей. Может быть, какие-то есть сапоги, как в этих скайримах обливенных? Мне это больше на Зельду похоже, типа... Специальная красная роба, и тогда ты сможешь ходить по лаве. Там есть огненный храм или лавовый храм. По-моему, огненный храм. То есть там будет такое дерево, да? Да там будут все стихии, блин, это вообще жопец. Там будет какая-то водяной храм, он полное говно вообще. Вообще Зельда это задолбал меня уже, если честно, там к концу. Ты беги туда, беги сюда. Открыл ключ, это потом 5 ключей находишь, открываешь по очереди разные двери, крутишь, блин, гравитацию, потом водяной этот вообще он полное говно. Есть какой-то проход угодно. Странный, белый свет, просто нет, просто белый свет. Просто проход, который и так было видно. Я иду к тебе, я сдох. Блин, я прошу через белый свет, обратно нельзя вернуться. What the fuck? Меня подставили, походу. Вот это чувство, когда ты никогда не был, знаешь. Хотя бы тут нету дерьма. А, он, наверное, будет стоять, пока я не возьму тут шмот. Он не будет меня трогать, наверное, или что? Где ладно, я попробую обобрать труп и сдохну. Окей, да, он стал атаковать меня, как только я стал обирать труп. Хизас. Он лаву кидает, он огонь кидает какой-то. Я просто убегаю от него. Соси. Или я не вот могу. Я не могу просто взять и убежать. Тут какое-то разветвление налево и направо. Куда мне бежать? Может я его просто магией забираю? Это краб? Ты серьезно? Какой ты нахер краб это? А да фак, он снес мне все жизни! Это. Разлом кольца. Хаебаюшка. Это хаебаюшка, понимаешь? Это не краб, это хаебаюшка какая-то. Хрена, он огонь вообще пустил, меня жжёг нахер вообще. Да пипец. Да, говорю, огонь, он будет пускать и огонь, который... Да он просто снес, я даже не был под его... А ты хочешь с ним драться, если мы не перейдем туда? Зачем ты туда подошел, бля, мы сейчас сдохнем! Я говорил, не беги. Нам нужно пройти туда, в другое. Иди за мной, иди за мной. Да я знаю, его нужно близко бить, иначе он объем будет бить, и мы все сдохнем. Тебе не надо было туда подходить, понимаешь? Изначально. Сиди здесь. Беги. Беги дальше. Доверься мне. Нет, нам нужно сюда идти. Эй-эй-эй. Я тут, привет. Давай, бей меня. Бить меня собираешься, алё? Эй. Я тут, да-да, я видишь, какой вкусный. Отлично. Можешь бить его, если что. Бей его по куску вот этому говна. Он только от этого говна идет, поэтому. И... Оп. Блять. Ты так не сдох, попал на меня. Сдох. О, спасибо, что бьешь, уходи. Уходи. Лучше беги поскорее. У меня чуть не скинул, он... Окей, он еще финишер мне сделал. А, беги, блин, ты встал на пути, я сейчас умру. Окей. Ты не умер сам? Я не знаю, как пройти. Потому что этот кусок говна, он по-разному делает, это не угадаешь. То есть я там просрал сейчас. А здесь косточку ты можешь использовать? Я умер, кстати. Это невероятно. Смотри, знаешь, как я сейчас опасно делаю? Вот так вот сейчас, вот так я опасно сделал. Смотри, смотри, смотри. Трюк. Я думал, она забиндена. То есть, если ты делаешь какой-то жест... Неутолимый воин, ты сраное говно, ежа, ты, а не воин. Свечка. Ты жив? Все, я убил. Он еще жив. Окей, ты первый. Ну срань господня. Факин печь, гори в аду. И человечность сейчас надо. Моя человечность пропала. Ай. Я еду какая-то кацентерия.
Ага. Мне дали 10 тысяч душ. Спасибо. Мне нужно направиться в Анор Лонд и заполучить великую чашу какую-то. Пакет обложек. Я еще пытаюсь толкать шоком. А вдруг они это пофиксили? This is Sparta! Опс. Блять. Dreaming of a tropical location, a paradise for two.